специально для вас, наверное. Ну, я говорю, вот там стоишь, и ты, блядь, почти весь рейд достаешь. Так же и тебя. Парла. Такие вещи, блядь, либо, ну, это с годами как-то приходит, ну, ты сам знаешь, куда вставать и как двигаться, либо это надо ставить и уже детально разбирать, почему, зачем и когда надо двигаться, и кого хилить надо, и как хилить. А какой у него шанс, Парла, ты тестил ее? Ну, короче, смотри, вчера мы были, у меня одна чарка всем хилам нарегинила там по 2-2,5 тысячи маны. То есть, если их там 2-3 в рейде, то хилы по мане хуй просядут. А она не стакается с шипешной и с эредриковской? Скорее всего, стакается. А что за чарка? Холипаловская? Сплинение. Роману восстанавливает. Общая, да? Или какая? Да, общая. А как она всем ресает? Она всем ресает? На одну группу работает. Вот, я рентанул. О, нихуя. Вот это прикольно. На оружку. На 2-3 хилов, я говорю, имба. Хуй хилы по мане сядут. Не, ну вообще круто, я даже не знал, что такое бывает, блядь. У меня... Народ, я там это... Я там вышел, у меня просто это... Фласка выпитая, там 45 сейчас минут. Сейчас такой, давайте заставим всех хилов ее сделать. Всем не надо. Со вчерашнего дня осталось. Синтек, ты куда себя перекинул, блядь? У меня брат на джайне был, короче, он говорит, на первой фазе 3 таких чарки всем хилам по 26 тысяч мана нарегенило. Охуеть. Это заебись вообще, ну... Консерв маны, это приятно. Будут проблемы потом с маной, пригодится эта хуйня вообще, прям надо будет ману резать. На долгих боях. А у меня теперь вопрос, откуда ты эту чарку достал? У Костяна есть, у Холи Дринка. Это вроде, ну... Ну, она как бы стандартная. Она с кары выбивается. С трэша, ну, вроде. Если вы просаживаетесь на ману, можете мету себе вставить на восполнение. Бля, хз, я просто впервые в жизни вижу эту чарку с кары. Да, потому что не юза... Ну, как в гайдах нету и так. Нет, я не про это. Я же все чарки читаю, когда получаю. В кражан я чаще всего хожу. Ну, я впервые в жизни вижу эту чарку, поэтому я что-то... Так, как делать нечего, а тут открываешь и просто просматриваешь. Говорят, да. Короче, на ауке по 2-3 тысячи стоит эта чарка. Да, это стандартно. Ну, что-то мне подсказывает, она не с Каражана. С Каражана, я на этом смотрел, на... Как он называется? На Вовхеде. Так она получается всем кастерам, всему рейду. Один, ну, трое. Единственный, короче, хил, наверное, который эту чарку никогда себе не сделает, это ДЦ, потому что он сильно скилится от СПД, и все. Блин, значит, она редкая, пиздец. Реально так, не могу найти у себя. 3 хилов всего с этой чаркой на серве видел. Но чарка прям имба. Ну да. Это мы гораздо узнаем, лучше, когда совет в ЗС пойдем бить, нахуй, это мы узнаем в натуре. Но это гораздо лучше, чем 94 СПД. Ну, значит, кому-то... Хули Дринку сказочно повезло, что он выбил себе такой чарк. Я знаю, что Шиникс такой чарка бегает. Так, Дримботок будет, призан 5 минут. Я захожу на ДК, получается, раз у нас... Этот есть. Рисовый есть. Все, готовность, давайте, собирайтесь мыслями. Я, короче, думал, нахуй. Я не знаю, как поступать, нахуй, с вами, но надо увеличивать наказание за это, за духа. Вместе давайте, ДП? Давайте, сначала 3 Взаимно. Трая. 3 трая даем, если мы не разъебываем леди за 3 трая, будет 200. Если это вакханалия будет из 200 продолжаться, то я просто навсегда сделаю духи, которые больше 2 человек, 2 и больше человек убивают, они будут наказываться по 300. Все остальные духи, любые духи, засосали вы там, один стояли, половина вас стояла там, будет 100 ГП за каждого духа. Духи это ГП, блять, все. Дальше нам остается разобраться только с контролем. С контролем разобраться так, чтобы вы играли не как... Как будто вы один, нахуй, во вселенной, блядь. А так, как будто вы на БГ там где-то, на арене. Вы должны ассистить, помогать как команда. Если этого не будет, если этой игры не будет, ни реакции, ни хуя, и похуизм будет, то мы просто будем падать по КД, и мы просто не будем в геру ходить.
мы будем в геру ходить, чтобы тратить, ой, то есть получать ГП. А, может быть. Мне страшно стало. В смысле, на БГ? Я на БГ вообще ни разу не хочу. Ой, блядь, я офнулся нахуй. Дайте пати сейчас я заберезаю. Еще до респа где-то полчаса, даже маленько больше. Ну да. Так что можем начать тратить. Да, полчаса ровно. Да, ну, в принципе, блядь. Не знаю, трай, да, можно успеть, если прям через 5 минут начать. Там просто... Ну, 125 рейд, 25 человек. А, ну все, сейчас я, блядь, рыло перекину. Если он осталось там... только рыбу поставить, присумманить всех так, и все. И перед тем, как будем пулить сейчас босса через 5 минут, ставьте, блядь, патч, кто там хочет. Так, ставьте быстрее всю эту хуйню, я сегодня пришел, это... Пока... Да, новый патч был сегодня, да. Патч ставьте, блядь. Если не получается, нахуй, после вайпа сразу, блядь, переставляйте. Что-то меняйте. Делайте, сука, чтобы они у вас были зеленые. Иначе вы нихуя не видите, блядь. Кто не нравится, кому не нравится, то есть этот патч, тот не ставит. Мне он сразу не нравится. Вот, Равис, говорит, с ним вообще, говорит, стрёмно. Я без него духа хорошо, спокойно. Ну, главное, чтобы вы их, блядь, не хлопали, нахуй. Потому что это пиздец. Вайп рейда есть в правилах. 300 ГП, нахуй, вот. Если будет эта хуйня продолжаться, просто духи по 300 станут, и все, блядь. Просто извините, честно, вот так спрошу. Вам что, реально не видно фиолетовую хуйню, которая около вас летает? Подожди, подожди, что там видно, не видно, блядь? Как на прошлом КД у меня иногда духи появлялись перед самым... Вот он только появился, я пытаюсь отбежать, и его хлопаю. И что мне, нахуй, 300 ГП, блядь, из-за этого лутать или что? Ты его хлопнул. Ничего поделать не могу. 300 ГП будет, да. Любой сейф, блин какой-нибудь, сразу от духа на реакции. Ну, я скажу одно. Как бы духи появлялись, вот я с собой закрывал, духи появлялись, ну, в разных ситуациях. Когда далеко от тебя, и ты видишь, что он на тебя бежит, и прям бежишь, окружность даешь такую, и видишь, да, он на тебя бежит. Бывает и близко появляются. Но факт в том, что у вас дохуя возможностей от этого духа убежать в 100% случаев, блядь. Первое, это дух вылетает из леди. Два таких пучка, таких полоски, блядь, летят от леди прям, из ее головы, блядь, и на пол, нахуй. Это первое. Это секунду происходит. Вторую секунду, блядь, дух этот ровно секунду стоит, блядь. Он просто стоит. Он появился, он стоит, блядь. Вот. Потом он выбирает случайную цель. Это может быть цель за 30 метров от него. Это может быть цель за 10 метров от него. И может быть совсем кто рядом стоит и сразу хлопнуть. Но, блядь, он секунду стоит, нахуй. У вас вот эти 2 секунды есть. Вот если осквернение на лече, оно кастуется... сколько оно там? Оно 2 секунды по дефолту кастуется. Вот 2 секунды есть на то. Причем даже не 2 секунды, а... грубо говоря, секунда на реакцию, потому что если вы за секунду не выпрыгнете, и в это же время одновременно от вас люди не будут отпрыгивать в другую сторону, вы никак, ну, с осквернением не справитесь на лече. Это то же самое, та же механика. Вот ровно то же время дается. Если дать времени больше, блядь, ну, я не знаю, нахуй, ну, тут как бы играет только ваш пинг, ваша реакция, блядь. Если у вас хуёвый пинг, ну, понятно, вы можете хлопнуть духов. Ну, блядь, ну, это будет ГП, блядь, вот и все. Бегайте заранее, бегайте постоянно. Вот взять Вадикона, он с пингом 2000, это задержка 2 секунды, он не хлопал духов. Вот и все, блядь, вот и в ответ вам. Вот эта вся хуйня там, я там смог, не смог, нахуй. Вы сможете от каждого духа отбегать, когда вы поставите это себе целью, блядь. Если вы не хотите это ставить целью, если вы думаете, а, там, блядь, ну идите играйте в этот, нахуй, как он называется, в Тетрис, нахуй. Вот и все, блядь. А, думаю, воды, наверное, воды дохуя, воды дохуя, пацаны, ставлю рыбу, блядь. Ассистов убери у всех. Сейчас. И восьмую группу кикни. Сейчас посмотрим, как будет. А, вот у нас он. Один трай, да, потом надо ждать мобов, а потом... Да, опять... скорее всего, блядь. Да, они вот через... Мы за 10 минут никакую леди не убьем. Через 25... Следующим трай. Они через 25 минут появятся. Ну вот трай даем и будем ждать. Сейчас давайте все поделим. Поделим. Первый без фласок тогда. Эту чарку может кто-то скрафтить, то, что вот скинули? Ну давай, да. После ледринка есть, после рейда к нему подойди. У кого свои есть, это пейте, у кого нету, это позже закину после трэша уже в это в ГБ. После вчерашнего одна осталась. Мы одну пропили. А где рарник, блядь? Он будет? Он будет, нет, что я хуй знает. У меня рарника нет, хуёво.
этот. Значит, как и в прошлый раз, букмастера нету. Мои, значит, мобы ближние к этой. Я гриппую, не с пульти только. Твои ближние к леди, этот самый. Кто со мной там? Холидринг начал? Лингрен слева в ромбике. Так, теперь... Какие вообще, блядь. Теперь кто что бьет? Дримботок, ты тут? Молитва тьмы, блядь. Да, тут. Значит, слева в ромбике бьете... На боссе сидят два роги, два шипе. Слева бьют 4 лока, маг. И кто еще, блядь? И 3 совы. И 3 совы. СС можно сказать? Сейчас скажу. Круто. В кружке и звездочки бьют 3 вара. А киса, призан, это уже 5 человек. Еще и никого нету тут, нихуя больше. Давай, ну, короче, вот эти вот свои песни, кто там пел, блядь, ну, куда-нибудь, блядь, с выключенным нахуй дискорд. Блядь, ты слышишь вообще? Нет, да все, блядь, кнопка была, не стояла. Я уже убрал, все, блядь, 10 раз, тихо, ты начинаешь тихо. Хуйню нести, блядь. Тихо, сейчас хуйню вы несете. Закройте рот, блядь. Это самое. Слав. А чё? Поставь голову, убери головного танка, а то, блядь, его вот ебаный отдельно выпирает. Все. Это, смотрите... Восьмую пати, да вы заебете, блядь. Мы так хуй пульнем сегодня. Кто у нас будет на трэше? На трэше. На второй фазе Холидринг. Да, да, Холидринг. Лингрен с Войдом на боссе. Это, блядь. Что там по СС-ам? Валкар, давай на Синтека всегда. Келия на Вадикона всегда. Мистери на Рависта всегда. А Дримботок давай на... Ой, блядь, давай... Я хуй знает. Давай на этого. На шестеро, на вот этого, на Вена бывшего. Короче, смотрите инструкцию. Это который паладин? Это паладин Холипал, не Фарла. Понял? Все, я понял. Да. Это, блядь. Так описывается. Да вы заебете, дайте я пропизжусь уже, блядь. В ромбике, как убьете трэш, помогайте мультидотайте локи, и кто там, трисовы, мультидотайте в кружке в звездочке 4 моба, блядь. Тут 5 всего миликов. Все, чек на пул. А под паладина будет кулак? Ебать, 4 ну, паладина, блядь. Писали, как кидают. Раскидайте, вот, а, окей, сейчас кулаки будут кидать. Чанстра. Я вам, блядь, даю 1000000% гарантию, нахуй. Если вы не хлопнете ни одного духа, даю отчет. Мы сразу убиваем босса. Что только в ваших руках. Так, трэш на второй фазе. Кто танчит? Холидринг. Я кинул частицу. Тоже потом кинешь на второй фазе. То, что иногда дух на меня, мне придется бежать, и я проеду. Да, я кину. Контроль 2 секунды, готовьтесь. А его больше всего ебут там. Это, друиды, вы распределялись там, нет? Ну чё вы его убиваете, блядь? Вы распределялись, кто квадрат, кто луну, нахуй, или это? Давай, Вадикон, все квадраты. Синтек, все луны, а Равист, все треугольники. Ну а там на второй фазе уже какой ближе будет, смотрите по ситуации. Разное бывает. Блять. Мобов помогите, фанатика в кружке. Пару доток закиньте. Он. Диспельте с него, кто там? Два энха, вы тут же. Это самое. Давай, Акиса, твой центральный будет. Чистый фанатик, с него диспелишь. А если фанатик с лестницы, призан, это твой будет. И с него диспелишь эту залупу, которой он хилится. Пацаны! Пацаны, пизда! Трэш. Ебать, пизду! Беги! Что у него там произошло, блядь? Сука. Короче, извините, блядь, ну я туда убегаю. У меня что-то, ну пизда тут.
Иди в коридор. Потоп какой-то, блядь. Понятно. Без него ебаш. Блядь. Это еще повод духов не хлопать. Пацаны, авиаудар или что-то, я не знаю. Жестко. Я понял, я понял. Я понял, иди, иди. А мы поняли, трах бабах дебидо. Пиздец. Лобоёб, блядь. Да, это... Подбейте до ляма сейчас босса, после этого трэша переводить будем. Играем, как обычно. Два приверженца в кружке, блядь, помогите нахуй. Ой, блядь, я дану нахуй. Я забрал, забрал. Трэша играем, тихо, не базарьте. Трэш сначала убиваем в двух сторон. Дал незыбку. Захилить Лингрена, не уроните Лингрена, духи побежали. Иду в центр. Лингрен, на фул танков поднимите. Трэш сначала, зергните, трэш. Дримботок. Ну быстрее трэш нахуй, за все забыли, трэш сначала хуярьте. На мне бегаю. Добейте, сука, трэш нахуй, вот он. Убейте его, блядь, быстрее все, сука. Вы что, не понимаете или что, блядь? В румбике приверженец его не убить. Милики пошли туда бить. Все, духа, бежим. Значит, рови с Ресой Дримботока. Когда реснешь, встаешь фулл баф, дух, дух возле леди. Рови с Дримботока. На пулы на... Кто там? Лингрен, да? На Лингрен. На следующую так. Духу там массакру дашь. Мастера ауру на тьму поставьте. А тьму ауру поставьте, мастера ауру на, на появление духов давайте. Так, все нормально, по агро. Дримботоку фулбаф, каскулап, пристабаф, куярим. Все, забрал, отлично. Духов смотрим, только духов. Духов и контроль. Духи, бежим. Сейчас контроль, не убейте людей. Не зауешьте людей. Следующий напыл и на вой, да? Трэш. Трэш, помогайте. Локи, совы, ТРПшники. На пулы, на войду. Трэш идет. Пока так играем. Все, еще один раз на пул, на войду, и следующий опять на Лингрена. Духи его в центре съебались. Быстрее, быстрее, быстрее. И в ромбике. Работаем, блядь. Контроль дали людям. Фиры, койлы, всю хуйню быстрее. Синтек, бигдема и дересы. Убавка. Побежали от духов. Не хлопните, сука. Холидринка захильте. Бигдема и холидринка захильте. Все, играем. Духи, вон они, видите, тучки такие летят. Фиолетовые. Вон они стоят в кружке. Дух возле трэша. Фулл баф по это. На Лингрену еще один раз на пул. По вару фулл баф, каску ап, пристабаф. Всю хуйню быстрее. Дух летит возле леди. Блядь. Дух. Все. Сейчас следующий появится. Контроль даем. Расфиряли типов. Бежим с кружка звезды два духа. Блять, трэш не добили, уже новый выходит. Трэш, помогите, все РДД свичнитесь. Все совы, все ШП, все маги, локи нахуй быстрее. Духи побежали. Духи, бежим. Фанатика добейте быстрее. Новый трэш помогите. На пулу на пы, да? Приверженец эти. Ну, Вадикон 1СС у тебя остается. Помогите духов, этих, мобов нахуй. В трэш летят духи. Духи в трэш. Спасибо. Все, трэш побежали эти духи. Контролем. Еще один дух трэш. Сову расфиряйте на пул на войда. Да ебаный в рот нахуй. Ну фири. Это что за хуйня, блять? Вставай, синтек. Побежали. Трэш, помогите. Дайте Геру, если у кого есть. Дух в трэш идет. Ну,
Ну да, давай в Адикон Сите Корисы и играем до конца. Духи побежали. Расфиряйте людей. Добивайте трэш, новый выходит. Духи, бежим. Ясно, нахуй. Так, что там до берсы? Еще 2.5 минуты, играем. Побольше по леди давайте, давайте. В трэше что ли заводить? Какая-то залупа. Давай заводи, блядь. Ни то не бьется, блядь. Духи побежали. Иннер по фарлу, если можно. Давайте на ману присты, у кого есть, кто там в контроле не сдал. Побежали возле... Я понял, блядь. Возле... Да, на танка бежит. Ну, при том, что это хуйня, звездный огонь, это кастуется очень долго. Ложимся, хуйня. Да, вот? Да, да, ложимся. Все, ждем. Ждем этот, как он называется, трэш. Вставайте на Лингрене диван. Ничто, блядь, никто не хлопнул, что ли? Я чуть не в... А, нет, смотри, хлопнули. Два фарла, Келия, Призен. Ну-ка. А, это в конце, когда ложится, сказали. Я хлопнул, что ли? Это когда ложится, сказали, вы хлопали? Я перед диваном одного хлопнул, да. Так, признан, значит, тоже, да, после. Тоже после. Но в конце, который был, он прям практически резнулся в миликах. Прям босс. Там мне нереально отбежать было. Ну, получается, фарла только одного хлопнул. Того еще во время трая. Это получается 44 минуты. А от второго вы от кого упали тогда? Давай подумаем. Если фарла в конце хлопнул и признан. И пишет, что киля. Третья группа всем. Подожди, в конце, а в начале кто хлопнул? Ну, один фарла, один киля. В конце фарла и... Ну да, да, киля еще пишет. Он молчит, сидит, он говорит нихуя. Мне что-то в чате... Не может. Мне что-то в чате не пишет. Хлопал он там или нет. Или... А, да, вот он. В самом верху, нахуй. На... Я вот только не помню, сколько там людей померло от него. Ну, прилично, наверное, да? Ну, киля, фарла, блядь. От моего ни одного не умерло. Это вот был... на 4-й минуте Дримботок умер. Ну и все. А Дримботок я не помню, от чего он умер. Мне кажется, его кто-то захуярил в этом. Ну вот, вспышка мщения умер. Ну, это значит, кто-то хлопнул духа. Да, кто-то. И он умер духа, из этого. Не, он себя испепелением убил, блядь. Что, на лестнице отходим, да? Вот, когда там лестница там. Да, отходите на лестницу. Первые резнутся вот тут, вот первые мобы. Можно это влог сделаю, выйду, чтобы банки не стухали. В системе менять или в прошедшую проверку? Галочки ставить, чтение и запись. Короче, кто как делал, у кого как работает, скажите, потому что я... А, в системе скидывал файл, просто ничего не менял. А, у меня не работает, нет. У вот у него так не работает, надо что-то по-другому. Какая система у тебя, может от этого зависит? Ну мы ждем духов. Мистери, что у тебя там? Блин, ну пока нормально. Да то наши самолеты летели. Да они, короче, вот прям вот над районом летели. Тут жена, короче, в магазин только пошла там, ну, с подругой там кофе попить. Ебануться, говорит, только дошла, говорит, смотрю, летят, говорит, так низко там, а оно вот так все. Шарри, брат, вот такое я не говорю, я думаю, не 17. Это... А ты в каком городе там? Ой, я, короче, в самом центре вот этих событий, можно сказать так. Я в Горловке, ну, Донецка, Республика, Горловка. Короче, он, я тебе говорю, такой сейчас популярный город, я тебе говорю. Так, ладно, пусть пока ресурсы, я отойду. Да, покурите там. Ну, ничего, шли нормально, только вот что мистери, это самое, Локи подыхали, вот, блядь, одно тело лежит, еще хуй с ним, потом лежит Дримботок, он встает, опять падает, нахуй. Дримботок, вот это, Ферат, покидает гильдию.
Это, Дримбуток, ты скажи, вот как, вот ты два раза сдох, как ты сдох? Вот первый раз и второй раз. Первый раз, значит, ты кастуешь стрелу хаоса, потом испепеление в моба, который вешает на себя щит, правильно? Эта вся хуйня прилетает тебе обратно, у тебя мало хп, и потом леди дает залп ледяных стрел, ты умираешь. Так было, да? А второй раз, как ты сдох? Бля, я удалил рекаунт. Есть у кого детали смерти? Ну, второй раз там второй уже... Второй раз его дух убил. Второй раз дух, да. Блин, я не знаю, я знаю точно, что за мной Свято загнался. А он не только за тобой гнался, он и, блядь, и на меня распандил. Я ему такой, вроде койл что-то даю, то ли не прошел, или что-то. Хочу его фернуть, он мне каст сбивает. Тут бах, все убил. Я думаю, короче, не убежал от него. Как там вообще дело, хуйня, блядь, убить? Быстро падают. Да, вот я говорю, вот вары, блин, и роги, вот капец опасные. Да ты меня бил. Может, ты сначала его, потом тебе стало мало, ты еще и на меня переключился. Да. О, нихуя. Там вот этот Юми есть, он же когда-то играл. Только у него ИП нихуя нету, по-моему. Я, кстати, не помню, чтобы он играл. Он где-то то ли в легендах был, то ли где, не помню, блядь. Ну где эти мобы, ебаные? Yes, какой-то. Ну вчера, я помню, мы где там, в часов 5 их вроде бы начинали там. Через 9 минут будут появляться. Так, пока что я тогда эту хуйню в ГБ раскладу. Сейчас, в принципе, нормально было. Три человека от духов померло всего. Трэш мало били. Да, ребят, трэш надо прям сливать. Можно, конечно, постараться еще, наверное, Слава, подводить, короче, босса к трэшу, с какой он стороны. Ну, конечно, я тоже думаю об этом. Это типа надо делать, потому что и трэш резче будет сливаться, но тут проблематичность возрастает из-за того, что труднее за духами следить. Если типа милики супер скиллованные, ну такие право-лево отпрыгивают, блядь, от духов. Ну, палят, если духи появились, ну, типа, надо передвигаться. Даже если босс не двигается, ну, нельзя стоять, бить босса и хлопнуть духа. То есть, надо вокруг него как-то крутиться, чтобы, ну, если ты увидел, что он прям за тобой летит, то съебаться надо. Ну, другие побьют. А прям большая проблема с духами, да, идет? Да ебать, самая первая проблема, ебать. А и если последняя. Попробовать, знаешь как? Ну, не знаю, я помню, на X2 так вот убивали, там тоже был РЛ, и насчет духов. И он, короче, бил, вот где леди сейчас стоит, только на второй фазе, там же ее и бьем. Только вокруг нее 4 квадратика, ну, 4 метки расставлено. И в эти 4 метки, короче, делятся, ну, весь рейд. И они там стоят, вот, допустим, вот слева там поставили 2 метки. Вот они бьют. Если туда там дух идет, они опа, там отбежали прям все вместе. Если вот, допустим, с ромбика вышел трэш, они, короче, босса бросают, быстренько убили трэш и вернулись. Ну и так же само с другой. Просто ее нигде не водится, ничего, и она постоянно бьется. Просто какая-то одна сторона бывает отсоединяется, чтобы убить трэш. Кстати, хороший вариант. Я просто говорил там как-то взятому. Говорю, и с контролем что, попроще ну, было. Вот как-то убивали по такой тактике. Говорю, ну, я еще просто новенький был. Говорю, предложи, может, это он да-да-да-да-да-да. Потом говорит, я не знаю. И, короче, потом ее и так убили. Просто мы стоим вот вокруг леди все. Ну, не прямо вот что раз. Вот поставили метку. И в этой метке там стоит, допустим, там первая пати. Все. Там в другой метке, там второе пати, ну только там раскидать именно, чтобы так поровну, можно сказать, плюс-минус было. И все, вот вышла, допустим, от звезды метка, и все, кто стоят с той стороны, выбежали, убили трэш. Ну так это то же самое, только так же, как мы делаем,
все ближние, допустим, со стороны звезды, все ближние РДД и Милики сразу трэш убивает. Все ближние со стороны ромбика то же самое делают. Вот и все. Не, я имею в виду, это понятно, просто видишь, тут с духами как. А так просто мы будем все вместе стоять, и духи, если будут идти, и, ну, как бы кто-то может заносить, что там вот духи. Ну, может, просто попробовать. Я вот как рассказал, там, прикиньте, может, просто так легче. Я вам что скажу, вот смотри, вот есть тактика. Вот как сказать, вот есть тактика, типа, как пройти лабиринт, блядь. Вот держись правой стены, и все. Просто-просто, охуенно звучит, запомнить легко, блядь. То, что вы предлагаете, расставим, давайте туда, давайте сюда, этих туда, эти побегут вот так, а эти стоят близко, значит, они побьют, а если нет, значит, не они, блядь. Это залупа, нахуй. Вот у вас должна быть в голове такая тактика, блядь. Вот, допустим, если я вар, блядь, вот я такой стою, бью босса здесь, в центре, хуярю. Хуяк смотрю в кружке трэш, нахуй. Хуяк смотрю, его бьют уже там, ну, 10%, 20% снесли. Делаю рывок туда просто, перехват, нахуй. Даю вихрь, нахуй. И со мной, если два вара таких же так же сделают, да еще и сова какая-то кастанет пару гневов, еще какой-то ШП с ракету кинет. Все, от этого трэша через 5 секунд нихуя не останется, блядь. Все, блядь, неистовство героя, нахуй, и обратно в леди, нахуй. Либо вмешательство в своего челика, в хила, если вот здесь вот он стоит, нахуй, на ковре. Хуяк вмешательство, леди вот здесь. Хуяк, стойка берсерка, я уже бью, нахуй, уже поебать. И у меня до следующего трэша, трэш каждый сколько там, 40, 48 секунд выходит, блядь. У меня до следующего трэша, нахуй, просто, блядь, 30 секунд, нахуй, есть. И все, и мне похуй. И у всего рейда есть. А не так, что трэш появился, нахуй. И вот, блядь, его бьют, и прям следующий трэш уже выходит, и еще моб недобитый, нахуй. Это говорит о том, что вам похуй. Вот всем, кто ДД играет, блядь, РДД, милики, нахуй. Ну, единственное, кому хуёво, вот взять ретрику хуёво через полкомнаты бежать. Да, так нахуй ему бежать, ему и не надо бежать, блядь. Роги хуёво, если у него спринта нет, ему хуёво. Потому что он будет бежать, нахуй, он сколько ДПСа проебёт. Энху хуёво, блядь. А вот РДД всем не хуёво, вообще не хуёво, ни капельки. Им, блядь... Ебануть там, нахуй, я не знаю, семечку в 3 моба, 4 лока ебанут, это у них уже, блядь, 20% хп не будет. Все, блядь, там, блядь, потому что вы просто не играете по ним, и все, блядь. Вот и вся ваша проблема, нахуй. Говорили же, трэш приоритет. Слили трэш, бейте босса. Да, слили, блядь. Трэш, бейте босса. Вот, я не знаю, вот, блядь, вот... Сука, я вот не знаю, вот если это все, вот эту мелочь отслеживать начать, если... Вот я уверен стопудово, что какой-то пидор просто думает про себя такой, сидит, играет, нахуй. Ну, пидор, не знаю, блядь, насчет ориентации. Ну, вот просто нехороший человек, редиска, блядь. Сидит такой, думает, ага, да пошли они все нахуй, я, блядь, выше всего этого, блядь. Я преисполнился, блядь. Стоит 1-2-3, нажимает 1-2-3, 1-2-3, нахуй, в леди хуярит и все. Трэш есть, там нету, да насрать, нахуй. Пока его в уши не выебут, блядь, он не будет играть, нахуй. Ну, не поймает за руку, да? Но при том, я вам скажу, я, ну, сколько лет мы играем, да, вот все сталкивались, ну, кто-то сталкивался. Вот есть рейд 420 тысяч ДПС, да, он проходит и вайпается на каком-то боссе, там, на профи, на еще какой-то хуйне, из-за того, что он не бьет слизней, нахуй, он и только из-за этого вайпается. А есть рейды, нахуй, 280 тысяч ДПС, они приходят в геру 300 тысяч, ну, это я про циркуль говорю, приходят в геру и убивают все на фул, блядь. Почему вы думаете, блядь? А я вам скажу, нахуй. Потому что они, сука, все делают по тактике, как надо, блядь. Появился трэш, его, блядь, стерли в порошок этот трэш. У них ни шемов, ни хуя нет. Они играют так, что шуба заворачивается, блядь. Вот. Если вы хотите увидеть охуенный результат, все, что вам надо, это не хлопать духов, это первое, блядь. Второе, это законтролить людей. Контроль всего 10 секунд длится. Он раз, сколько там, блядь? Сука. Раз 30 секунд. Раз 30 секунд. Вот. И третье, надо разъебать трэш. Трэш там разъебать. Я говорю, если вы, вас 20... Сколько у вас ДДшников? Вот 5 хилов, 3 танка ДДшников, получается 17 человек. 17, сука, рыл на 3 моба, блядь. Посчитайте, да это там можно... каждый по мобу ударил, нахуй, и все. Так вы пиздеть любите. Так, блядь. Мы же ждем. Это не вода, между прочим, блядь. Это по существу, нахуй. Это тоже... Это прикол. Это то, блядь, что вы должны взять на вооружение. Если вы, ну, не будете так играть в команде, нахуй, мы просто здесь будем как долбоебы вайпаться. Ну, понимаете, люди в гильдию в эту не пойдут. Потому что мы здесь вайпаемся как бичи просто. Мы друг друга не уважаем, нихуя, не помогаем друг другу, блядь. А как только мы начнем играть красиво, блядь, вы сами увидите, что мы убьем босса, и нам вообще будет похуй.
Что духа не хлопать, это должно, ну, само собой разумеющимся быть. А не то, что там, ой, я духа не хлопнул, ебать, я топ, нахуй, а, ты хлопнул, ты лох, получается. Хлопнул, это значит тебе похуй. Значит тебе надо в Тетрис играть, Тамагочи, нахуй. Или что там, блядь, еще есть. Кстати, а Тамагочи есть сейчас? Да. Вот сейчас, через можно минуту скачать. Появится. Бля, я надеюсь... Че, реально выпускают их до сих пор? Может быть, ну какие-нибудь навороченные уже, блядь. Вон. Не только говно по это убрать, да, с него? Миледи Винтер, блядь, просто офнула, блядь, этот... Как он называется? Наушники, нахуй. Нахуй Войда слушать, блядь. Потому что она мне уже в свое время наслушалась, блядь. На туре. Я не знаю, нахуй, ну типа... Проблема известна, надо с ней бороться, блядь. Чё там у тебя, духи, ну заходить, не заходить? Ну заходить сейчас должно быть, через минуту появится. После духа вторая проблема это контроль. Контроль, да. А третья проблема это убить трэш, блядь, и всё. Если все живые, 25 человек, у нас ДПСа, блядь, столько, что там ещё 2 минуты до берсы останется. Ну не 2, но 1, может 1.5. И рейд как будет одеваться, все одни и те же будут ходить, будет ДПС расти. Все появляется. Все вот. Помощник. РДДшники можете бить начинать. Во, вовремя. Ну хз. Опа, чё? Чирик нашёл, нах. Так, сейчас я, блядь. Не считайте, чтоб упрощался. Короче, даю незыбку. После нее продлишь там. О, за саунти второго. Первого убивайте, у которого хп меньше.
Биг Дэм, заходи. И кто там еще? Шелфир. Фласки в третьей ячейке вас ждут. Ставлю рыбу. Так, я тут захожу. Отходил. Че, кто нашел того это? Поехал. Сейчас мы просто нажмем на синтека, блядь. А где это, блядь, лежит? Вон, в этом. В крупном мобе. Вот сюда. В крупном? В крупном, блядь. Ну, вы большой моб, чё? В помощнике, вот этом справа. А, блядь. Хорош. Это фласки. Ну, Шалфир, получается, и Святос. 200